Мама, я прошу, не ругай меня, если я ложусь спать в начале дня. Я открыла дверь, он в нее вошел. Жизнь моя теперь — это рок-н-ролл. Это шок в 15 лет. Это первый рок-концерт, это слэм и губы в кровь, раз за разом вновь и вновь. Это Хэтфилд и Мастейн, это Дефтонс и Мадвейн. Это шаг в опасный путь, и назад не повернуть. Это лето и Кобейн, это лето и Портвейн. Это первое баре на гитаре во дворе. Это Битлз и Вудсток, это Пистолс и панк-рок. Это то, что нас тогда изменило навсегда. Очень долго сопротивлялась вот этому увлечению своего сына и, в общем, противодействовала этому как могла, но, несмотря на всю его мягкость, он, в общем-то, характер выдержал, и я это приняла, несмотря ни на что. Это их жизнь, и мы не вправе вмешиваться в их жизнь.